касается Чечни и Ингушетии? Да. Как вы относитесь к тому, что сюда прибыли российские солдаты? Отрицательно. Почему? Потому что мы прожили, понимаете, без всяких границ. И сейчас мы можем прожить. Я считаю, что вот эту технику надо поставить там, где давят ингушских детей, женщин и стариков. Если они пришли, значит, чтобы миротворческими миссиями так решать вопросы, то они там должны стоять. Вы сами по национальности кто? Я чеченец сам.